Я на победителя. Снимай, я буду играть, а ты снимай. Да, я вот тут. Да не, не знаю, с ним играешь отлично. Сейчас он тебе рассказает. Беги, дядя Юра, беги, Вова, беги. Я уже играю. А? Мои объясняю. Желтые. Мои желтые? Головой. Да не вопрос. А я? Головой. Я бы назвал ударом бицом. Это я? Да, это я. Я ударил? Нет. Я, елки, вы даже... Ну, вратарь вы меня! Красавец, взял мяч! Один. Хоть один сделал. Ну, желтый ваш. А где не желтый? Еще не стоял. Так надо бежать. А у меня вратарь красавец! Защитник красавец. И защитник. Подожди, я что-то не могу убиться, что нажимал. А вот это тоже нажимал? Вот это пас, кнопка. Где? Вот это удар. Это удар, это пас. Вон вы как раз бежите впереди, бейте. А, почти забили. Ну что, удар, конечно, не точный, но ведь и вратарь был к нему готов. Поэтому, что был удар, что не было. А что это точный? Тёма оставил, да? Подожди, еще раз, еще вот раз. Вот это пас, удар, пас, удар. Так вот эту только, а вот эту трогать? Ну это ходить игроками, бегать. А какими игроками? Ну, желтыми, я красным. Нет, так... Ну, ведь кому-то такое, кому-то надо ходить. Вот это, а это что? Удар, я же уже сказал. Игрок-то сделал все, что мог, просто защитники навалились и не дали добить. А? Красавец. Так, Игорь, можешь меня что-то спрашивать? Проси меня про маму. Зачем? Защитник удерживает и это, и тоже лет 4. Алкоголь принимали? А травку пробовали? Нет, травку которую не получили. Так вообще бить нельзя. Никогда, никогда, ни разу в жизни. Что-то мы знаем, не получалось. Не сходилось так. Ну а колодца вообще в крови боялся. Как-то странно. А вы с Одессы? Ну да. И травку не пробовали, не может быть такого. Что значит, это что там, все пробовали травку, если садиться? Не, ну там портовый город, там травки так много. Откуда там трава, там море какое-то. Ну и что, там травка привезенная. Откуда она? Пароходами. А что ж ты не можешь забить? Я вообще не могу понять, какие кнопки нажимать, а он забить не может. Тихо! Свои ворота сейчас, да? Я думаю, прикол, что я не забью. Так, Виталий, слабый привязал соперника, где я тебе буду грузить? Давай, спрашивай. Нет, спрашивай. Ну как, это портовый город, который... Это ты уже спрашиваешь. Который привозит все наркотики. Это ты уже спрашиваешь. Мяч уверен. О, уверен. Так пенальти, куда он взял? Какой так пенальти? Кто вратарь вообще-то? Вратарь. Забрал. А вы что первый раз в жизни выпили? Ну, не думал, что же. Какое? А? Какое? Я ходил в художественную самодеятельность, я был самый маленький, мне было 14 лет, а уже были такие лбы здоровые, было 16, 20, 21, ну а по 22 это уже вообще старики были. И постоянно там были то день рождения, то еще. Я вообще увидел, только за первого тайма хотя бы гол 2. Какая мощная защита. Мощная защита! Так легко все прошло в первый раз, а сейчас вдруг мимо. Мощная защита.
Съемка идет. Значит, есть мужчина. Снимает, да? Да, конечно. Я плохо хочу забить. Она не видно, она все равно не видно. Как хорошо сказал, очень сильно. Давай, продолжай. Давай. А как? Так вы там бухали, да, в самодеятельности? Что значит бухали? Отмечали дни рождения. А каждый день, да? Каждый день? Человек 60 была художественная самодеятельность. И каждый день день рождения было. Раз в неделю это точно, да? Ну, посмотрите, он взял мяч, когда ему уже никто не мог помочь. А? Я все... Дай, подожди, объясни мне, если я не знаю, как они, куда их нажимать, я тебе сделаю. Так, это что? Это бить. Это бить, это вот бегать. Вот это ими? Лево, право, лево. А вот это? Вот это пас наперед, это верхний пас. Да, не надо мне верхний пас. Вот это бегать, вот это бить. Все, вперед, поехали. А какой бегает игрок, который... Гол вам. Научил. Михаил забил гол. Оборона была мощнейшая. Мощнейшая. Атака. А что там надо дернуть? Дядя Юра, вас неправильно поймут. Скажут, что вы здесь накуриваете. А вратарь сам по себе играет, да? Не, ну он да, но так-то все равно. Короче, у меня играет один игрок против твоих 11. Возьми. Вот, все, конечно. На, все, я понял, я понял. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, не попал, да? Ай-яй-яй. Судья объявляет о окончании первого тайма 1-0. И все же. Сколько действий? Сколько атак? Сколько выдумки? Сколько вы не заставите себя долго ждать? Я в этом уверен. Терпение имейте. А какой игрок ходит? Тот, который ближе, да? А, вот там стрелка у которого. Я вратарю. Вратарю бегу. Вратарь не бежит. Далеко ушел вратарь от своих ворот. Чуть голову забил. Ну а вратарь сам по себе, да, играет? Почему? Я не нет. Ну а как он сейчас? Смотри, как красиво. Вот я убил ударил. Не, вратарь, мой вратарь играет сам по себе. Ну да, ну надо все равно ему управлять. А где вратарь он там не исполнил? Ну знаете же, глупый, я знаю слово. Пас, я. Защита на время. Тихо! А он может назад бить или нет? Это будет прикол. Бейте! Тихо, ты же тихо. А это ж вы воротами поменялись. А под рамой не убьют, да? Да чё бью? Видишь, как я играю? Как я мягко играю. Как я мягко играю. Ни разу тебя еще не лупанул под рамой. На судью попробуйте. Судья побежать, да, его выполнить дело. Ну да. Время, смотри, 15 минут и выключай. Это 8 минут только. 9. Сейчас, похоп и гол. Ты когда я? Мы же дали другие. А ты не гони, вот его не взял. Что не видите? Да это вот. Красота, ты его не взял, слышишь? Нога. 1-1. Просто отошел. Смотри, пытался. Он и сам хотел. Да. Там на туре гол. Понимаешь, он летел просто. Ну и что ты делал? Ну и что, он достал. Это дернул, это фонарь. Ну как фонарь? Фонарь. Смотри сейчас на результат счета. Да я говорю, ну что, я вижу, что гол что-то пьяный. Ого, 1-1. Сейчас это не делаю. Сейчас 5-0. 5-1. Я хочу видеть 5-0. Это тоже не то. Пенальти. Сейчас я пробью пенальти. А, сейчас не видно.
вообще. Быстро догнал, да? Сейчас еще один. Побежали. Так, герой. Я хоть понял, что это там, где крестик, там нет. Нет, ты не отвлекайся, нет. Спрашиваешь у него. А что ты спрашиваешь? Что хочешь еще? Все нет, на самом деле. Одесса, все будет. Вот с помощью такого мяча можно приезжать с защитником к воротам. Здорово! Еще один. Такие мячи ловит по целый день. Ты не хочешь продать, он будет держать мяч, скорее. От Хавиароса не поймешь, чего ждать. Он все равно не защитник. И передачу отдать может только отличная защита. И мяч оказывается в руках. Мяч в игре. Прекрасная игра головой. Фернандо Клара. Где еще там головой просто? Конечно, даже футбол. А он по-любому будет вперед бить, да? Он как бы назад не бьет. Прекрасная игра. А что он назад не бьет? Бьет он назад. Иньеста. Я в один удар. Я не могу, как они ведутся. Ведут, как вести его. Какой кнопкой вести? Защита на... Так, я переключаю и спрашиваю. Видно. Что? Чтобы ударом мне это вот, выключать это. Пленка не шла. Иди спрашивай. Да что спрашивай? Про маму, про маму. Пухающий. За него мамки у нас, брат.